Привет всем. Проверка. Подождем, может что-то появится у нас сейчас на стриме. Подождем. Игорек, нет у них. Дима, скажи мне, меня слышно или нет? Дима, скажи мне, пожалуйста, напиши, пожалуйста, меня слышно или не слышно? Окей, замечательно. Это наш второй эфир. Мы находимся в магазине у нашего венгерского друга Ондраша. Точнее, как бы магазин не его, а его папы. Наша команда заехала сюда для того, чтобы забрать сделанные нами заказы. И также не Дима, Жирняков Саша. Вот, я переключаю на камеру. И покажу вам немножко магазинчик. Народ тут затаривается, потому что реально магазин. Сейчас я вам покажу. Тренер. Как бы мыша. Гена, Костя. Как бы это маленький кусочек. О, добрый день, приветствуем. Как бы это вот. Маленький магазинчик. Как сказал нам Ондреш. Ну, как бы этот магазин небольшой. У нас есть в другом городе магазин побольше. Что меня пробило просто на смех. В плане того, что как бы если там маленький магазин, то, наверное, в Израиле у нас магазинами, то, что у нас магазины, магазинами и не считается. Короче, вот, вот такое вот богатство, как вы прекрасно понимаете. Все, кто сейчас сюда попал из наших ребят, набивают все, что можно себе, потому что цены здесь. Познакомьтесь, это Андреш, это наш друг, который нам помогает. Огромное ему спасибо. Вот. Мы его ждем в Израиле. Waiting for you in Israel. Это у нас вчерашний именинник. О, какие вкусные штучки. На тортик. Вишенка на тортик, да. Ну, так это, по-скромному. Ну, ваферсы. Это, я так понимаю, работник. Это у нас папа, хозяин магазина. Да. У рыбы шансов нет. Здесь, я так понимаю, есть достаточно большой выбор и обуви, и одежды. И если я правильно понимаю, то цены очень сильно вдохновляют наших ребят. Поэтому народ там сейчас активно примеряет обувь. Так что... О-о-о, как все запущен. Пока ничего, да? Мальчики, если все, давайте будем закупляться. Да, потому что мы тут, в принципе, уже местное время 20 минут второго, ехать сюда полтора часа, то есть как бы обратно те же полтора часа, еще планов громадью. Да, выйти отсюда – это большая проблема.
Вот. А еще мы хотели зайти на базар, который, говорят, здесь есть, но, может быть, он не работает, потому что зима и суббота. Так что надо спешить. Сейчас у нас народ расплатится. И поедем взад. Так что как-то так. Ну, я думаю, что, в общем-то, этот коротенький эфир, заметку мы можем на этом завершить. Дальше будем продолжать уже из других пунктов. Какой серьезный тренер у нас, а? Вот. Так что все, кто сейчас не увидел, посмотрят этот кусочек потом записи. А из всего этого потом, в самом конце, когда мы вернемся в Израиль, мы будем монтировать небольшой такой фильмик про поездку сборной Израиля на чемпионат мира. Итак, всем, кто был сейчас, спасибо. До встречи в следующих эфирах.